Холода отступают. На смену 40-градусным морозам в Алтайский край пришло потепление, правда, относительное. По данным сайта Гисметео, в ближайшие дни температура воздуха в регионе днем ожидается в пределах минус 14-16 градусов, местами до 9 мороза. Правда, ночью будет по-прежнему холодно, до 30-32. Причина в том, что антициклон, больше недели державший в морозном плену всю Сибирь, начал смещаться к северо-востоку. Уже к среде ожидается усиление ветра, местами порывы, возможен снег, гололед.